Это ни в коем случае не угроза. Это чисто фактор того, что не трогай, как на электрощитках, да? Не трогай, то убьет. Я скажу, что многие вещи мы где-то опережаем. Я скажу, допустим, тот же самый БУК, он в наших руках стал, допустим, серьезной вещью, да? В данном случае сменится просто вашингтонская, так сказать, прописка на брюссельскую, берлинскую точнее. Да, они поигрались, наигрались, им было приятно чувствовать себя комфортно, когда их работу выполняла белорусская сторона. Потихонечку, потихонечку Европа будет трезветь, но болезненно. Болезненно, потому что все эти популизмы довели Европу до дна. Потому что в Америке тоже не все сладко. И там тоже люди начинают замечать. Там средний класс впервые стал жить от зарплаты до зарплаты. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. 2023 год получился насыщенным на различные события, и, мне кажется, одним из таких наиболее значимых, во всяком случае, для нашей страны стало перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь. Это решение может показаться сиюминутным, но на самом деле глава государства об этом заявлял, ну, как минимум 2 года назад. И вот российское тактическое ядерное оружие действительно оказалось на нашей территории. А на ваш взгляд, как это решение влияет на расстановку сил в регионе и отношение к нашей стране в целом? Ну, с точки зрения расстановки сил, наверное, это не критично, а вот с точки зрения отношения к этим силам, это, наверное, будет более значимо с точки зрения именно сдерживания, потому что можно много как бы готовиться, много говорить, но ядерное оружие – это всегда тот стоп-сигнал, это всегда тот стоп-кран, который дает основание задуматься, потому что никому не охота получить под дых, в данном случае хорошей ракетой с хорошей начинкой. Поэтому мы, белорусская сторона, всегда стараемся в этом случае подчеркивать, что это ни в коем случае не угроза. Это чисто фактор того, что не трогай, как на электрощитках, да? Не трогай, а то убьет. Это предупреждение о том, что мы серьезно настроены, мы не потерпим никаких фактов агрессии, никаких фактов, допустим, вмешательства или проникновения на нашу территорию с агрессивными, какими-то враждебными намерениями. И мы готовы отстаивать свою территориальную целостность и независимость до конца. Но Россия, скажем так, поделилась с нами не только своим тактическим ядерным оружием, но и другими средствами вооружения. Ну, среди них можно назвать те же Си-400, Искандер-М, вертолеты Ми-35 и прочее. А как вы считаете, насколько наша страна, учитывая вот все эти факторы, готова к отражению потенциальной агрессии? Мы всегда готовились к факторам агрессии, готовились отражать любое, так сказать, нападение, любую атаку. Усиление новой техникой, новым вооружением – это всегда плюс к возможностям. Это всегда больше гарантия того, что наша концептуальная задача нанесения урона непоправимого нападающей стороне становится ближе к реальности. И поэтому вся эта техника, вся это оружие не то что сковывает, а делает сектор приложения, нападения на нас, да, более каким-то узким, и, как говорится, наша территория становится менее проходимой с точки зрения возможности ответа и с воздуха, и по земле, как говорится, и с космоса даже. Поэтому это очень хороший и важный, так сказать, шаг пополнения наших боевых возможностей. Но несмотря на то, что у нас союзное государство, мы в плане оборонном не полагаемся целиком и полностью на Россию, а развиваем в том числе и наши наработки. Можно вспомнить те же дроны, например, о важности которых постоянно говорит глава государства. А как бы вы оценили
перспективы в этой области, в области беспилотников отечественного производства? Ну, я хочу сказать так, что наш военпром, он всегда старался быть в теме, всегда старался как бы опережать некоторые события, смотрел больше вдаль, и опять же, благодаря задачам и поручениям с точки зрения обороны от президента, от главнокомандующего. Поэтому наши технологии вообще всегда старались так, самостоятельность, да? Чтобы мы минимально зависели от любых сторонних поставок, от любых мелочей, потому что иногда самая маленькая вещь может сделать бесполезной огромное, серьезное, так сказать, оружие. Поэтому военпром, он именно эту задачу решал, начиная от ракет, заканчивая патронами. То, что мы начали осваивать технологию производства дронов, это для нас уже, как бы, я скажу так, определенная марка, потому что белорусские дроны, они заявили, показали себя, они соответствуют времени. Да, это, допустим, небольшие классы, но тем не менее мы видим, как на полях СВО маленькие дроны наносят такие удары, такие вещи. Допустим, маленький дрон может уничтожить многомиллионную, допустим, машину, установку, танк. То есть совершенно такие несопоставимые, да, но значимые возможности. Наша технология, она опять же военная, в том числе и на уровне космических задач. Мы, допустим, с российской стороной уже не конкурируем давно, а стараемся друг друга восполнить и идти таким, так сказать, корпусом разделения, так сказать, труда. Об этом, кстати, и глава государства говорит в том плане, что наш ВПК не должен полагаться на какие-то западные, скажем так, поставки, а развивать импортозамещение именно в формате союзного государства. Ну, это, опять же, какой процент, какой удельный вес собственных, в том числе деталей, частей, каких-то элементов в самой технике. Я скажу, что многие вещи мы где-то опережаем. Я скажу, допустим, тот же самый БУК, он в наших руках стал, допустим, серьезной вещью, да? Вот. Многие наши, Полонез, тот же самый комплекс, это же сила. Теперь, кстати, обновленный образец уже поступил. Да, да, и опять же, с учетом возможностей и дальности, то я скажу так, если что, если кто-то на нас уже так резво пойдет, то мы можем достать до любой приграничной столицы, враждебной. И я опять же скажу, это очень хороший фактор сдерживания. Никому не охота стать, как говорится, законной целью в этом конфликте. Поэтому будут шуметь, будут грубить, но вряд ли полезут. Вот если все-таки продолжить тему развития нашего ВПК, именно белорусского, я имею в виду, то какие еще направления, кроме беспилотной авиации, вы бы выделили? Ну, я скажу так, вот давайте возьмем наш МЗКТ. Да? Это, по сути дела, ноги, на которых стоит щит Отечества. Да? Колесная база, которую не могут, она уникальная, ее невозможно не повторить никак. И я скажу, что самые сильные ракеты, самые мощные, опять же, стоят на белорусской базе. Наша оптика, она тоже лучшая, она стоит буквально на всем, что стреляет, да, на всем огне стрелит. Поэтому продолжать можно много: электроника, микроэлектроника. Все это в том числе работает на безопасность, на нашу вооруженность, на нашу способность дать ответ, защититься, вот, и стать частью общей оборонной системы союзного государства. Полноправной. Но вот если переходить от темы ВПК к темам, скажем так, политическим, то тут тоже нельзя не сказать, на мой взгляд, что одно из главных достижений главы государства заключается в том, что Беларусь не смогли втянуть войну, потому что, ну, пытались откровенно взять те же
провокации у наших границ со стороны Польши, которая там нарушала наше воздушное пространство, или со стороны Украины, в первую очередь СБУ имеется в виду. Но здесь хотелось бы остановиться все-таки на поляках. Вот выборы у них прошли, и Право и справедливость правящая потеряла большинство в парламенте. А как вы считаете, поменяется как-то отношение Польши на уровне руководства, я имею в виду, к нашей стране? Ну, я считаю так, что, конечно, выборы в Польше, они сыграют свою роль определенную, но, тем не менее, там просто поменяются поводыри. То есть те, кто будет дергать поводок у польского руководства. Почему? Потому что в данном случае сменится просто вашингтонская, так сказать, прописка на брюссельскую, берлинскую точнее, ни больше, ни меньше. И польская риторика вряд ли изменится в нашу сторону. Почему? Потому что Запад сам по себе еще не настроен на это направление. Он еще вынашивает какие-то планы относительно нашей территории, относительно России. Пока Запад будет пытаться ослаблять Россию, соответственно, и мы тоже будем подвергаться различному давлению, потому что, опять же, нас уже давно не рассматривают по отдельности с Россией. Конечно же, у них там присутствует желание как-то нас разъединить, разделить, настроить Беларусь, как и Украину, на антироссийский, русофобский, так сказать, формат. Но чем больше сплоченнее получается наш союз, допустим, с СНГ, ОДКБ и так далее, все эти наши организации, тем злее и более провокационнее действия и риторика западных стран и их сателлитов, потому что Польша никогда не имела собственной политики и платформы, даже исторически. У них, и, наверное, ни опыта, ни привычки такой уже давно не осталось, и стерлось даже из какого-то там исторического, политического подсознания. Они будут только либо плясать под чужую дудку, либо выполнять чужие, так сказать, рекомендации и команды. И даже факторы потепления, которые иногда проскальзывали, они, опять же, были по команде и с определенной целью, опять же, антироссийской. Если я вас правильно понял, нам следует ожидать и в дальнейшем тех или иных провокаций со стороны наших западных соседей. Но тут возникает такой вопрос, а каков может быть наш ответ на эти провокации? Как вы считаете, как нам нужно вести себя вот в этой ситуации? Я думаю, что надо просто продолжать нашу линию. Президент, наш президент правильно избрал и тактику, и стратегию. Не надо реагировать на любой мелкий выпад, это раз. Надо просто понимать и смотреть немножко дальше, чем сегодняшний день, это два. Ну и третье, это сейчас пока у них есть возможности и ресурсы, как бы изображать изоляцию. Еще пройдет не так много времени, и им понадобится все то, к чему они когда-то привыкли. И вот эти все наши, в том числе и нефтепроводы, и топливопроводы, и газопроводы, опять будет востребована, система восстановления торговли, грузооборота, возникнут, допустим, потребности усиления транзитных потенциалов. Невозможно отказаться навсегда того же самого шелкового пути, от всех этих магистралей, от всех природных ресурсов, на которые строилась веками, настраивалась веками вся экономика Европы западной. Вот. Поэтому, да, они сейчас еще попрыгают, они сейчас поэкономят до последнего. Но опять же, пересев на американский, допустим, энергоноситель, нефть, газ, они потихонечку приторговывают и прикупают к себе российские энергоносители, только уже в танкерах, только и еще дороже. Но на это долго не хватит. А если еще на Дальнем Востоке начнется кутерьма повеселее с точки зрения, допустим, Ирана, и если все-таки возникнет проблема пропускной способности Ормузского пролива, нефть
даже как и раньше прогнозировали, от 150 до 400, и тогда ничего не выдержит. Никакая экономика не выдержит. Все будут искать, как сэкономить. Они же первые полезут ремонтировать «Северный поток-2». Первые туда нырнут. Они туда без масок полезут. Ну да, вы сказали, что Европа, она сейчас в значительной степени подсела на американские энергоносители. Ну и действительно, часто я слышу такое мнение, что именно в этом и была цель американцев — сделать европейскую экономику зависимой. А как вы считаете, есть ли шансы у Европы обрести хоть какой-то суверенитет от Вашингтона? Ну, я скажу так. По сути дела, нефтяная тема — это долгоиграющая. Она была завязана давно. Она всегда лежит в стратегических, так сказать, задачах и целях американской экономики и политики. Вот. И еще Трамп, начиная игру на рынке нефти, и помните, когда в минус нефть уходила, и когда в плюс там значительно и так далее. Вот. Уже тогда просматривалась тема именно того, что было три медведя нефтяных. Это Россия, Штаты и Саудовская Аравия. Ну, вот. Россию, смотрите, обложили санкциями, да? То есть блокада. Идет блокада, то есть, тем более сейчас усиливается, сейчас пытаются Данию заставить там проверять чуть ли не все танкеры, все корабли. То есть они начинают брать вот этими новыми новобранцами натовскими, будут брать под контроль атлантические ворота в Атлантику и укреплять скандинавский плацдарм. То есть это то, откуда Гитлер раньше контролировал караваны жизни, да, которые шли в Советский Союз. Поэтому Россию как бы пытаются отрезать и пустить ее в кругосветку со своей нефтью. Вот. Саудовскую Аравию, если они зажмут в Ормузском проливе и, опять же, пропускную способность уберут, то тогда остается для Европы небольшой выбор. Да? Это его нефть танкерами и газ танкерами из Америки. Гидроразрыв, технология американская, на которую они вот еще при Трампе начинали брать, так сказать, верхушку рынка, вот, он рентабельный только после 100 относительно долларов за баррель. А когда 150-400, это же гиперприбыль. Вот, поэтому американцы в этом плане и будут держать Европу. Но опять же, Европа, она не всесильна, не вечна в плане своих ресурсов. А судя по тому, как они быстро выдохлись на вопросах помощи Украине, то их еще самих хватит всего лишь на год, может, два. А дальше они начнут падать в глубокую там проблему, рецессию и все остальные вещи, потому что если вырастет топливо, вырастет все. Производство, транспортировка и так далее. Они и так уже начинают плакать по поводу того, что моются там по очереди, отключаются, что можно, экономят. Уже привычки даже потребления там пищи и так далее, все меняют. Меняют. Плюс еще к этому добавится миграционная проблема. И тогда у них не будет другого выхода, как попытаться вернуть, как они говорят, зависимость от России. А другого варианта больше не будет, чтобы цену вернуть в нормальное русло. А если они потеряют еще и производство, особенно тяжелое, нефтехимию свою и так далее, то это будет для них катастрофой. Они превратятся просто-напросто, я не знаю, в средневековье. Они уже и так этим попахивают и балуются, особенно на границе. То дальше еще хуже. Вот вы сказали про миграционную проблему, и этот вопрос тоже хотелось бы обсудить с вами, но обсудить его в разрезе того, что происходит на границе Беларуси с нашими европейскими соседями, назовем их так. То есть вот эти вот постоянные выдворения мигрантов или вообще когда вот беженцев с Ближнего Востока, из Африки мертвыми выбрасывают на нашу территорию. Как вы считаете, эта ситуация как-то улучшится или по-прежнему вот такие вот, назовем их, инциденты будут возникать на наших границах?
Ну, я хочу сказать по этому вопросу следующее, что так как я во всей этой каше когда-то варился и видел и понимал эти вещи, то, что было, или то, что изображала себя Европа, да, раньше с точки зрения границы, миграции и так далее, когда вот они там играли все там с УБК ООН, управление по делам беженцев и так далее, то есть они там проводили какие-то обучающие семинары, курсы, там имитировали международную техническую помощь, выдумывали какие-то технологии, там целое агентство вокруг этого плясали, они занимались таким театром восстановления какой-то истории, культуры и все остальное прочее в этом плане. Вот. Но на самом деле никуда они от своей, так сказать, средневековой карательной такой вот репрессивной системы далеко не ушли. С точки зрения того, что отношение к мигрантам. Да, они поигрались, наигрались, им было приятно чувствовать себя комфортно, когда их работу выполняла белорусская сторона на самом деле. И учить нас быть толерантными, либеральными, как бы там аккуратными, там чуть ли не каждому там беженцу и так далее, там чуть пальчики и прическу поправлять, да? Когда сами этим вопросом и не занимались. Почему? Потому что я скажу так, первый раз, когда белорусская сторона заявила о масштабах вообще миграции незаконной в 200 тысяч, а это были еще очень спокойные времена для Европы с точки зрения юга, это были нулевые, так сказать, годы, то все как-то пытались смеяться. Когда мы стали все-таки показывать всю эту правду, то получалось так, что незаконная миграция, она начинается не на границе, она начинается на входе в государство. Допустим, и вся наша правоохранительная система, начиная от милиции, пограничников, госбезопасности и так далее, они все начинали работать. Они проверяла система въезда, прибытия, пребывания, соблюдения законодательства и так далее. То есть вся эта система выявляла эту массу до того, как она приближалась к европейской границе. И только единицы там добирались до линии, так сказать, самой границы и пытались ее незаконно потом пересечь. Вот. А вот эти десятки, сотни тысяч, они отфильтровывались еще на подходах всей правоохранительной системы, депортировались, выявлялись и так далее. А уже как говорится, пограничном заборе или возле пограничных столбов, вот, это уже доходили единицы, и тогда уже как бы, да, создавалась ситуация, что вроде бы как все нормально. Там даже если какие-то единицы прорывались, опять же, получали от нас сигнал, и там уже они отлавливали этих двух-трех там человек каких-то несчастных. Вот. У них там были центры размещения мигрантов, мы работали тех, которых. Они потом этих же мигрантов нам возвращали, добились у нас соглашения о реадмиссии, что все, что там ловится, они будут нам передавать, а мы потом будем там дальше заниматься этим. Это было очень комфортно. И они, по сути дела, выступали в роли коучей, в роли наблюдателей, ценителей, оценщиков и всякой прочей такой вот категории. Конечно, это было очень комфортно, но после всех событий 2020 года, когда они стали нас обкладывать санкциями и так далее, когда мы стали прекратили получать даже какие-то минимальные программы поддержки в этом плане, вот, то стало ясно, что наши усилия в пользу Евросоюза там просто недопонимают, недооценивают и как бы даже еще и пытаются нам вину поставить. Поэтому белорусская сторона стала работать чисто только на собственную защиту, на собственную безопасность и все остальное проще. Наши все европейские соседи столкнулись с реальной правдой жизни. То есть, оказывается, мигранты существуют, и их
Много, очень много. Просто этот поток, это их поток, они идут к ним. Они их стимулировали в странах исхода всякими бомбардировками, продвижением демократии. Они их звали, они им что-то обещали. Вот они и получают своих, это, кого позвали, того и получают. Но опять же, а система-то настроена на работу с двух сторон, особенно когда эту работу выполняют белорусская сторона. И тут, вы представляете, да, что весь этот поток оказался, они оказались, да, на пути этого потока. А больше-то ничего нет. А дело такое, что если ты прозевал и не успел среагировать там первые несколько километров, то дальше ловить бесполезно. И у них остается только одна тема. Первое, угрожать, создавать образ опасности, угрозы, жестокости, формировать у собственного населения отторжение, да? Потому что, опять же, многие беженцы, многие мигранты пользуются услугами местного населения. Население Литвы, опять же, прибывших мигрантов из Грузии, Украины и так далее, которые вынуждены работать, подрабатывая кем? На трафике незаконной миграции. Они там автобусами, машинами возят, там мешками таскают, как угодно. Вот. Поэтому первое – это страх и обвинять нас в том, что якобы мы их сюда возим. Но опять же, никакого подтверждения этому, да, они ни разу не предъявили. Америка уличила Польшу и Европа, Берлин, в том, что Польша торговала визами. И, да, по сути дела, устроила торговлю. То есть они тут имитируют на границе какую-то усиленную борьбу, а на самом деле визы, там, организуют трафик. По 100 евро вот, с носу, да. И то, что они здесь избивают, убивают и калечат этих бедных беженцев и мигрантов, только говорит о том, что они таким образом пытаются их перенаправить на платные направления для того, чтобы опять продолжать стричь купоны с этих же ребят. Ни больше, ни меньше. Отсюда это Стрельникове, заборы и так далее. Ну, финны просто еще раз показали о том, что они не самые шустрые ребята в Европе. Вот. И поэтому после самыми последними кинулись закрывать пункты пропуска. Следующий этап у них, посмотрите, это будет опять великая финская стена, которая будет моделироваться в подсознании как линия Маннергейма. Ни больше, ни меньше. Поэтому, ну да, этот забор они сейчас построят. И он потом со временем просто заржавеет. А закрывать пункты пропуска, ну это глупо. Почему? Потому что пункт пропуска – это самый контролируемый участок границы. А с этой стеной, знаете, это как поляки. Они ее сначала построили, а потом решили вынести на референдум вопрос о целесообразности строительства. Ну это просто игра подсознанием, игра впечатлениями. Почему? Потому что оказалось-то, стену построили, но она не работает. Она неэффективна, она затратна и бесполезна в итоге. Но она оказалась эффективной для строителей. Ну что это за стена, к которой можно прийти с домкратом, да, и раздвинуть вот эти прутья, которые из тонкого металла сделаны, вот, для того, чтобы туда пролезло человеческое тело. И выстроив вот эту вот всю имитацию, обнадежив, что они тут закрыли границу, и получив вот этот вот поток мигрантов и через заборы, через визовые, так сказать, махинации, им надо что-то предпринимать. Поэтому они сейчас будут голосовать. Вот сейчас вот будет, не будет забор, нужен, не нужен забор. Да он бесполезен. Давайте начнем с этого. Надо было задавать на референдуме, да, вопрос, нужен ли нам бесполезный забор. Потому что ни одна стена еще ничего не установила, да? И великий, самый большой пример – это китайская стена, которая тоже якобы для чего-то строилась, да, но ни разу ничего не сдержала. Вот. Но она хотя бы культурный объект теперь, а что с этим ну, забором да, делать? Ну да, это такой исторический формат. Ну опять же, на истории надо учиться. Вот. Но никто на ней, к сожалению, не поучился и решили. А с другой стороны, это очень хороший проект для, так сказать, прикарманивания бюджета. Ну так о чем речь? Чем дороже проект, тем больше маржа и, как говорится, кэш, который оседает в руках тех всех польских, литовских, латвийских, теперь уже и финских
Да. Дельцов. Тем больше масштабы, как это говорят по-русски, попило. Да, да. Поэтому, ну я скажу так, народ уже тоже наелся у них этим всем делом. Они понимают прекрасно, что проблема не в Беларуси, не в беженцах и так далее, что проблема уже в их руководителях. Поэтому, опять же, Дуда Муравецкий, они будут терять и теряют уже свои, так сказать, возможности. Уже будет, скорее всего, берлинский вектор с учетом, допустим, Туска. Вот. И я думаю, там тоже все будет меняться. Начинают приходить правые к власти во многих странах, и мы видим, что потихонечку Европа будет трезветь, но болезненно. Болезненно, потому что все эти популизмы довели Европу до дна. Мы уже отсюда слышим, как их корабль черпает дно. Вот вы ранее, раз уж мы опять заговорили про Европу, сказали, что Европа очень быстро выдохлась в плане отношения к Украине и в том числе оказания ей помощи. Но вы считаете, что она именно выдохлась или украинская повестка им просто надоела? И это решение не экономическое, а политическое? Ну, давайте смотреть на то, что весь мир, Европа в том числе, это уже несколько поколений, так сказать, воспитанных на маркетинговых рекламных инструментах. Вот. Поэтому все воспринимается через рекламу и через, как говорится, потребление. Можно убедить с помощью этих инструментов в любой потребности, да, и любая потребность проходит с точки зрения насыщения, перенасыщения. Поэтому украинцев и проблем украинских сначала с помощью рекламы они приняли, но опять же, столько этого товара оказалось много, да, что он просто стал терять в цене. Физической, моральной, этической и все остальное прочее. Когда стали понимать, что теряются рабочие места, уходят социальные пакеты, то есть возможности там какие-то культурные, социальные, моральные и плюс еще и военные, да, безопасности. И на сегодняшний день они раз и увидели о том, что не хватает самим на жизнь, не хватает самим на оборону, не хватает уже и дышать нечем, потому что слишком много. Ну и опять же, все программы, которые разворачивались под маркетинговым соусом и технологиям помощи и приема украинцев, вот, все сворачиваются, потому что все, история закончилась. То есть есть и в маркетинге тоже такое понятие, какой-то как порог, да, порог интереса, порог возможностей, насыщения и все остальное. То есть это B2B и все эти дела закончились. Ну вот, кстати говоря, о пресыщении, скажем так, европейских граждан вот этой вот украинской повесткой, тут же нужно понимать, что и сами-то украинцы эту помощь не очень оценили, а восприняли ее скорее как данность. Мол. Когда-то, да, Украина была таким островом трудолюбия, радушия, какого-то веселого настроения, хорошего такого. То есть это была такая звонкая, я бы сказал, страна. Вот. Но со временем ее так искалечили, ее правители, особенно последние вот эти вот десятилетия, и даже начиная от оранжевой революции, искалечили вот этими всеми западными потребительскими делами. То есть это превратили нацию в страну потребителей. Поэтому, когда страна, как они говорят, 8 лет воевала, теперь еще 2 года воюет, да, ничего не сделала, да, к тому, чтобы быть готовым, иметь и быть способными, до сих пор сидит и с протянутой рукой бегают, дайте нам то, дайте нам это, дайте нам палки, дайте нам камни, дайте там копалки, металки, стрелялки, одеться, обуться, пожрать, выпить, закусить и помереть. Любая страна, имеющая нормальную систему, она перестраивается, перенастраивается. Вспомните, там Советский Союз, да? Он тоже, казалось бы, внезапное нападение, все, вроде бы как не были готовы, но тем не менее
отошли, отступили, как его где-то переформатировались, перенастроили, стали на рельсы войны, и все, и поехали. И потом этот паровоз уже гнал до самого Берлина. Идеология была совершенно. Да, идеология другая была, да. Как бы страна не разбежалась по заграницам и кустам. Вот. Поэтому совсем другое отношение. Здесь мы видим все, как не надо делать, все, как не должно было получиться. Да? По сути дела, ничего своего нету. Все попытки, одна, опять же, пропаганда, идеология информационная, вот это вот идет шантаж, фейк, обман, как его, то есть информационная борьба. Языками колотить они научились, а вот все остальное, по сути дела, ну, можно много говорить про мясорубку, да, но она работает все время в одну сторону. Я не видел, чтобы мясо из мясорубки выходило в другом направлении. Нужно все время класть и получать фарш, больше ничего. И они, по сути дела, превратили свои возможности в функцию мясорубки. Да что хуже всего, они своих людей превратили в мясо, которое пропускается через эту мясорубку. Дело в том, что они уже людей как бы перестали считать. Вот. Они там пытаются, вот если даже обратить на их информационный фон, то он сводится к тому, что они там что-то там сделали, они что-то могут, они еще там ничего они уже не могут. Иначе, если бы они могли, то настроения в Европе, в Америке, да, были бы совсем другие. Почему сворачивается эта помощь? Потому что это, ну, работа впустую. Это инвестиции во что? Ослабить Россию, так получается обратный эффект. Россия чем дальше, тем сильнее, да? ВПК на полную мощность. Ради чего начиналось это дело, да? Оно, по сути дела, дало обратный эффект. Какой смысл дальше продолжать, если... Делать Россию еще да, сильнее. Зачем тебе плавки, если пошел снег? Вот. То есть здесь такой вопрос. Поэтому если Россия крепчает, значит, эта линия не работает. Вкладывать туда деньги и средства никто не будет. Это же бизнес. Война – это бизнес. Если он перестает давать прибыль, нету эффекта, то уже вкладываться никто не будет. Ну, просто-напросто. Спасать Украину? Да кому это надо? Кому надо? Разворовывать ее? Так там уже почти все разворовали. Поделить осталось. А Украину осталось только поделить. И все вот даже которые, сигналы, которые идут по поводу возможных там переговоров и так далее, склонения там Зеленского к разуму и все остальное прочее, да, прекратить войну. Это пойти на условия России, и чем раньше, тем лучше будет для Украины. И второй момент. Вы думаете, Польша вооружается против России или против Беларуси? Нет. Она готовится сделать Львов обратно польским. Других способов или других целей, да, вот этих бряцаний больше нет. Да и прямо об этом говорили, чего скрывать. Никогда Польша не сможет вооружиться, да, достаточно, чем бы ее там ни вооружали, чтобы что-то там сделать возможным с Россией. Ну, история доказала, что Россия, это можно дойти до Москвы, взять Москву, покурить и выпить там, да, но Россию объять невозможно. Ну никак. Были же уже, поляки же уже были в Москве, да? Неужели историческая память отказывает? Их, я понимаю, что их тянет каким-то там историческим оком, как на Всходние Кресы, да? Точно так же и в Москву обратно. Вот, Смоленск вернуть и все остальное прочее. Но этого же не будет. А с учетом всего вышесказанного, если делать вот такой вот, скажем, осторожный прогноз, как вы считаете, насколько близка Россия к достижению поставленных ВСУ целей? Здесь все зависит от того, как возникнет тема переговоров. Если, и опять же, как они пойдут. Потому что крошить Украину, да, если мы видим по задачам, которые решаются на фронте, такой задачи у России нет. Поэтому здесь все будет так. Первое, когда закончатся боеприпасы у Украины, когда закончится вода, еда и хлеб. Вот. И люди.
Потому что, по сути дела, некого и нечем. И я думаю, что где-то после Нового года, да, это будет более прозрачно и ясно. Потому что, опять же, выборы. В Америке выборы. Если американцам удастся снять проблему Украины перед выборами, то здесь будет решаться две задачи. Либо конфликт на Украине должен быть забыт и стерт, либо должен быть такой эффект, который должен доказать, что американская администрация, администрация Байдена была права. Либо, опять же, Ближний Восток даст такую возможность. То есть вот есть какие-то такие точки, ключи, да, которые могут повлиять на скорость решения. Если же Ближний Восток не шарахнет и не отвлечет электорат американский от проблем Украины, если Америка не начнет охватывать курсом барреля, да, всю экономику мировую и начнет грести прибыль, потому что в Америке тоже не все сладко, и там тоже люди начинают замечать, там средний класс впервые стал жить от зарплаты до зарплаты. Поэтому, если вот эти факторы сыграют, то тогда Америку просто плюнут. И еще второй момент. Даже если тот, кто победит в этой схватке, да, он все равно не окажется в выигрыше, потому что восстанавливать будет еще дороже, чем победить в этой битве. Вот в чем проблема. Поэтому мысль о том, что американцы будут максимально делать все для того, чтобы Украину разрушить, обескровить и потом отдать ее России, типа забирайте, да? Вот это тоже один из таких планов и намеков на то, что как раз вот это может больше истощить возможности России, чем сама война. Потому что война – это производство. А восстановление – это траты в основном. Поэтому факторов очень много. Но чем ближе будут выборы в Америке, тем яснее будет. 25-й год, он и будет ключевым. Единственное, что плюс-минус, да, с учетом Дальнего Востока, вот, я бы так. И опять же, Европа. Европа, если она дрогнет и треснет раньше всех, потому что Америка пытается перевалить на нее в эту паузу заботу о американской, точнее, об украинской теме и судьбе. Но Берлину, я смотрю, это тоже не очень нравится. И поэтому Берлин сейчас в унисон с американскими, так сказать, делами начинает говорить, что у них там тоже спазмы какие-то финансовые, там, что еще что-то, что не срабатывает энергетика, там, что валится промышленность. То есть они ищут, опять же, сводят это дело к проблемам с населением, проблемам с мигрантами, проблемам там каким-то социальным и так далее. То есть опять они включают социальные и политические механизмы, чтобы соскочить и сбросить эту Украину с ее проблемами. Вот поэтому я говорю, что они уже они потеряли надежду, и у них в планах совсем другие вещи. Что ж, спасибо вам большое за эту беседу, за выделенное время и за ваши интересные и развернутые обсуждения. Спасибо, всего доброго.